Приморье полиция выявила факт хищения бюджетных денежных средств на сумму более 20 миллионов рублей. Организатор незаконной схемы задержан и заключен под стражу, а на его имущество наложен арест. Оформляя крестьянско-фермерские хозяйства на третьих лиц, ранее судимый приморец предоставлял в Министерство сельского хозяйства Приморского края фиктивные документы о реализации на территории Спасского района инвестиционных проектов семейной молочно-товарной фермы. Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 20 миллионов рублей. Вырученными денежными средствами фигурант уголовного дела распоряжался по своему усмотрению. Следственным управлением ОМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, по ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела. Ранее подозреваемый уже был осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время полиция проверяет причастность фермера-афериста к совершению и других аналогичных преступлений. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Новости на Восьмом.